60 км в час, за плечами только пыль. Наездники из Омска, Тюмени, Томска, Новосибирска и Алтая в тренде этого сезона. На расстоянии и в масках. Изольда Лафа «Звездная Жади». Двухлетние породистые кобылы бегут на 1600 метров. Красавица Жади вырывается вперед. Всего 2 минуты 18 секунд. И триумфальная победа в руках 60-летнего наездника из Волчьи Александра Новожилова. Что она для вас значит? Она, вот видите, я ее ближе к сердцу поставил. Я слышу, как она стучит. По ней очень много значит. Вот. То есть волнение, эмоции, я плачу. Так захлестывают эмоции. Знаете, в мире есть три красоты. Корабль под парусами, женщина и, говорит, рысак набил. Умный, гордый подход к орловским рысакам один. Ласка. В этом году организаторы фестиваля приложили максимум усилий, чтобы селекционные лошади показали себя во всей красе. Иначе мы потеряем целый пласт, то есть целые группы животных будут неиспытаны, потому что они только один раз в своем возрасте могут выступать. И учитывая того, что мы находимся в Сибири, у нас соревнования сезонные, мы не сможем их перенести на более поздние сроки. Поэтому мы в таком закрытом режиме. Присутствуют только наездники, коневладельцы и организаторы. Помимо кубка и признания, в этом году в рамках поддержки фестиваля орловского рысака победители увезли еще и денежный приз. Наездники, в зависимости от места на пьедестале почета, получили от 50 до 200 тысяч рублей. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.